Южнокорейский конгломерат запускает логистический сервис на блокчейне. SKCNC, компания-провайдер IT-сервисов, разработала логистическую систему на основе блокчейн-технологии. Представители компании заявляют, что новая разработка способна ускорить перевод процесса доставки грузов и других логистических операций на цифровые стандарты. Как сообщает местное новостное издание Korea Joongang Daily, сервис будет направлен на обслуживание судоходных компаний и других логистических предприятий.